навозник сахарный, вероятно, широко распространен в Европе, но редко встречается, или же его слишком часто принимают за куда более известный навозник мерцающий, развивается в лиственных и смешанных лесах, лужайках, в садах и скверах на гниющих веточках, древесных остатках, поваленных стволах и пнях, на подстилке из опавших листьев, может расти на погруженной в землю древесине, образует небольшие сростки. Шляпка небольшая, у молодых грибов может быть до 30 мм шириной и высотой 16-35 мм. В начале яйцевидной формы, затем расширяется до колокольчатой и наконец до выпуклой. Диаметр шляпки взрослого гриба до 5 см. Ножка ровная, цилиндрическая, высотой 3-7 см. Белая, волокнистая, полая, у основания возможно утолщение с остатками общего покрывала. Навозник сахарный, о съедобности нет достоверных данных, нет единого мнения, ряд источников причисляет его к несъедобным видам. Собирайте только те грибы, в которых вы на 100% уверены.